Станция Новосибирск-Южный признана объектом культурного наследия. Это вокзал, 4 жилых дома, водонапорная башня и еще несколько зданий. По мнению экспертов, все эти сооружения имеют историко-культурную ценность. Комплекс построен по единому проекту в начале 20 века. Это единственная станция того времени, которая так хорошо сохранилась. Теперь на территории этих объектов запрещено любое строительство, только реставрационные работы. Здесь нельзя размещать автостоянки, киоски, прокладывать наземные инженерно-технические сети. Запрещены и рекламные вывески, не связанные с памятником. Сейчас объект исследуют специалисты. После этого будет принято решение о включении вокзала в единый государственный реестр памятников истории и культуры.